Доступно и интересно. Эти два слова коротко и ясно описывают то, что в ближайшие выходные будет происходить сразу на нескольких площадках столицы. В Москве открывается фестиваль «Наука 0+». Попробовать себя в роли ученого и одновременно испытателя там сможет каждый. Плюс мастер-классы и лекции нобелевских лауреатов. Петр Дерягин о научных увлечениях на любой вкус. Стакан становится теплым, что свидетельствует о том, что выделяется тепло, выделяется газ, изменяется объем. Наука без ограничений по возрасту. Пожалуй, никогда еще фундаментальные законы физики, химии или принципы оптики не были такими веселыми и доступными. Это главный принцип фестиваля «Наука 0+». Понять может каждый. Главное – интересно рассказать. Этот интеллектуальный праздник охватил почти 80 регионов страны. Это праздник науки, и открывается он сегодня на центральной площадке Московского университета. И в этом году он «Наука 0+». То есть он интересен, доступен и для малышей, и для взрослых. Это фестиваль науки для всех. Роботы, виртуальная реальность, интерактивные лазерные установки. На фестивале многие вузы и научные центры представили свои последние разработки. Тренажеры самолетов МиГ, симулятор дельтаплана с 3D-очками. Каждый посетитель фестиваля мог почувствовать себя в небе или в космосе. Обновленный скафандр «Орлан МКС-4» только собираются отправить на орбиту. Он прочнее. Резиновую оболочку заменили на полиуретан. И теперь система автоматически регулирует температуру внутри. Раньше космонавты делали это в открытом космосе вот этим переключателем. Сейчас его оставили, но только на всякий случай. Каково это высадиться на красную планету? На фестивале развернулась настоящая марсианская станция. На специальных тренажерах нужно сначала виртуозно посадить корабль на поверхность, а потом взяться за штурвал марсохода. Узнать, что даже фрукты и овощи обладают свойствами проводников, можно из учебника. Но ведь гораздо интереснее понять, как это работает, сыграв на них Бетховена. Я держу заземление и замыкаю контакт, прикасаясь к фрукту. Это такой способ привить детям интерес к физике, к науке. А вот эта субстанция – магнитная жидкость. Под действием напряжения она изменяет свою плотность и форму. Такие технологии уже применяются в машиностроении. В обычном состоянии это реально обычная жидкость, которая обладает текучими свойствами. А когда мы подаем на нее электрическое поле, на эту жидкость, становится упругой. Это можно продемонстрировать, вот просто касаясь ее пальцами, она не будет растекаться. На фестивале представлены десятки научных направлений. В доступной форме детям показывают принципы работы медицинской техники или демонстрируют древних ископаемых. Научные увлечения на любой вкус. Да, было потрясение, когда я нашел у себя на дороге на автомобильной такую ракушку. Я такой: о, круто, пойду в кружок. В столице фестиваль «Наука 0+» проводится почти в 100 вузах, музеях и научных центрах. Шоу, выставки, мастер-классы ученых и лекции нобелевских лауреатов будут проводиться до 11 октября. Петр Дерягин, Светлана Ведяшкина, Владимир Бокарев, Денис Овчаров. Первый канал.